Петра Порошенко снова поймали на лжи. На этот раз о демобилизации в Донбассе. Украинский президент заявил, что в армейских подразделениях на линии фронта остались только контрактники. Это утверждение опровергли сами военные. Один из них, Максим Науменко, сообщил, что в его бригаде продолжают служить около 10 бойцов, которые давно уже должны были демобилизоваться. Он также обратил внимание на их бесправное положение. Они не могут составить жалобу или подать в суд на руководство.